Еще пройдусь по этим самым. Наверное, я все время смотрю, как правило, когда я открываю всевозможные ссылки, всевозможные там каналы, вот везде фигурируют цифры десятки тысяч, еще чаще, сотни тысяч, даже миллионы. И там обязательно опрыскивайте этим. Бывает до 10 и до 12 наименований. Причем там написано, что и это купите, и это. Потом вы начинаете опрыскивать этим, потом этим. Теперь когда? Сразу как растаяло. Это называется профилактическое. Потом, когда начинается, говорят, зеленый конус, понимаете, это вот зелень появилась, зеленый конус, потом листья появились, их тут же съедят, тоже надо. Потом перед цветением надо. Потом цветение нельзя, они такие умные. Нет, ни в коем случае. Потом появились плоды обязательно. Вот, и пошло-поехало. Потом еще осень, потом подзимнее. Я когда это читаю, думаю, это все, наверное, людям надо продать эти флаконы. Так нет. А считается, что без этого всего, что я перечислил, 8, 10, 12 наименований, яда химикатов, и количество опрыскиваний, до 8 это точно, за лето, до 8, фактически каждый месяц. И вот это тихий ужас. Им понятно, им нужно продать эти самые, но они такие умные, они считают, что иначе дерево не будет плодоносить. А мне ни капли яда, а урожай. Ну вы же сами видели. Мы с братом столько фильмов с этих создали, что их уже пересмотреть невозможно. И тогда я взял, это у меня как бы вот эта фотография, ребята, это узелок на память. То есть я взял и сделал 20 или 25 фотографий. Но это мы проходили, я просто повторяю, потому что вот эта звериная ненависть к этим самым деревьям, иначе звериная любовь. Потому что, вы понимаете, 25 фотографий или 22, вспоминаем, вебинаров 5 назад. Там было 25 соцветий вот таких. И количество было по одной, по две эти бабочки, господи, коробки, божьи коробки, на каждой. И вот что получается. Если бы я опрыскал, я бы уничтожил всех божьих коровок. А тля, которую они едят, она буквально крылья имеет. Она прилетит, если она отсидела, за 3 метра. Но невозможно, если взять, допустим, обычный участок садовый. 3 сотки, 5, 10. Вы понимаете, что такое 10 соток? Нет, это 10 на 100 или 30 на 30 метров. Это очень большой участок. Разве можно его весь опрыскать? Зарплаты не хватит. И тогда опрыскали, уничтожили божьих коровок. После первого же дождя, а то и просто испарится вся весь этот яд. И тут же все будет заселено коровками. Это тот же принцип, ребята, как тот самый граф, который сказал: слуга, закройте окно, форточку закройте. Я не собираюсь за свои деньги обогревать всю Вселенную. А вот эти вот люди, которые учат делать 6-8 опрыскиваний за лето, используя десяток разных этих ядохимикатов, они вам предлагают уничтожить, а это невозможно, прилетит тут же. Вот и вот такой речью я разродился. Извините, второй раз. Год был особый, зима была теплая, никогда не было такой теплой зимы до минус 32. Никогда. Я думал, ну все, сейчас проснутся эти самые насекомые зловредные, листогрыжущие, листососущие, все вот это вот самое. Они все имеют, я перечислял, они все имеют крылья. И тогда я ждал дикой вспышки. Была дикая вспышка. Я это, к церкви подъезжаю. Вот.
как медом намазано. Вся дверь, все. Я не мог идти, мне было страшно ходить, как обойти это. Я хоть немного, но раздавил эту самую Божий коровок. Все, все двери, все эти, они внутрь заползли, а все стены, все окна, все было в этих Божьих коробках. Вот так сплошной шелестящий куча. А скажи, пожалуйста, почему кто-то решил, что когда будет вспышка, что она не коснется насекомых, которые мы называем культурные, ой, культурные, полезные. А то давайте выгребать все из сада. Все до последней травинки, до последнего листика. И там зимуют зловредные. А полезные где зимуют? В Африке, что ли? А? Выгребая все, что мы творим. А потом опрыскиваю вот эти 8, 10, 12 раз, когда мы опрыскиваем. Это сколько яда попадает в почву, уничтожает. Она что, безобидна это, что ли? Все же почва, и все, и нет, прощай черви, прощай это все, все, что там полезного есть. Вот и была вспышка, Божий коровок. А я, опять же, ни разу не полил эти ядохимикатами сад. Питомник там, да. Не сильно свирепствовало, но дважды пришлось опрыскать питомник. Я ходил, гадал команду, ребята, опрыскайте, а не пропускайте. Дважды все-таки опрыскивали питомник. Вот. Так вот, дикая вспышка насекомых каких? Вредных или полезных? Я не написал каких. Она и была. Божьи коровки. Сколько их было? Ужас. Какая тля? Кто-то должен задуматься, что холодная зима, насекомые гибнут. Теплая зима, насекомые не погибли, но там все равно соблюдается какое-то равновесие. После самого холодного лета мы с вами наблюдали за моим садом? Наблюдали. Жив-здоров, на абрикосах ни одно этой самой, ни одного грибочка было. Вот. За самым диким засухой 5 месяцев наблюдали? Наблюдали. Сад здоров. Плоды здоровы. Подумаешь, мелкие. Зато их 5 раз больше обычного. Вот. И так будем и дальше наблюдать. Заметьте. Каждый год что-то другое, что-то не так.